Если... Попали. Да, 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 да. У нас сейчас 30 уже, сейчас 30. Боже Господа нашего Иисуса Христа и поздравляю с этим большим праздником, с праздником жатвы. Dear church, dear brothers, sisters, I just wanna greet you with this big holiday harvest day. Вы знаете, этот праздник, он особый праздник и очень отличается от других праздников. This holiday, the harvest day, it's different than the other holidays. А также на проведение или наблюдение этого праздника есть указание Господа Бога. And for this holiday especially, there is the Lord even said, so we remember this day of the harvest. So we celebrate this day. Итак, дорогие друзья, предлагаю вам первое место Священного Писания, Исход 23:16. Наблюдай и праздник жатвы, первых плодов труда твоего, какие ты сел на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Исход 23:16, Пола, if you want to open. Chapter 23, verse 16. Second, celebrate the festival of harvest when you bring me the first crops of your harvest. Finally, celebrate the festival of the final harvest at the end of the harvest season when you have harvested all the crops from your fields. Итак, дорогие друзья, для чего мы должны наблюдать праздник жатвы? My dear friends, why we need to watch this holiday, especially this holiday? Вы знаете, когда мы видим на вот эти плоды, то мы должны ассоциировать со своей жизнью. А как в нашей жизни? Есть ли в нашей жизни плоды, о которых сказал Господь? Мы позже придем примеры. So when we look at the physical fruits, vegetables, and we have to look at them, and we need to see if we bring any fruit when we, as the trees, bring the fruit as we as a tree. Do we bring that branch? Do we bring that fruit? Дорогие друзья, вы знаете, что если ничего не посеять, то жатвы не будет. Нужно всегда сеять, чтобы потом что-то пожать. Dear friends, there will never be a harvest if we don't sow something. Что посеет человек, то и пожнет. The Bible says, whatever you sow, that's what you're gonna reap. Дорогие друзья, но я бы сегодня хотел обратить ваше внимание на жатву духовного содержания. Dear friends, I want you to pay attention to the harvest of a spiritual topic. Я вам предложу Лука 10, 2 стих, 2 стих. Лука 10, verse 2. После сего избрал Господь и 70 учеников и послал их по два перед лицом своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. These were his instructions to them. The harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest. Ask him to send more workers into his fields. Итак, дорогие друзья, еще что бы добавить здесь? Матфея 13:39. Matthew
13:39. Враг, посеявший их, есть дьявол. Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. The enemy who planted the weeds among the wheat is the devil. The harvest is the end of the world, and the harvesters are the angels. Итак, дорогие друзья, есть жнецы на жатве, а есть делатели. Какая разница между жнецами и делателей на ниве Божьей? My dear friends, there is a people who is sowing, and there is the other people who is collecting the harvest, who is reaping. Вы знаете, Господь дал поручение 70 ученикам, обширное поручение, чтобы они проповедовали. Our Lord Jesus gave 70 disciples, so they go and preach the gospel. Вы знаете, самое, на что нужно обратить внимание, это на то, когда они выполнили поручение и вернулись и дали отчет нашему Господу. We have to look, pay attention to that, so the Lord sent them, and they came back, and they give account what they did to Christ. Лука 10:17-24. Luke 10:17-24. 70 учеников возвратились с радостью и говорили: Господи, и бесы повинуются нам, аминь имени Твоем. Он же сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию. Все, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуетесь, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. В тот час возрадовался Духом Иисус и сказал: «Славлю Тебя, Отче, Господи, неба и земли, что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл младенцам. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». И, обратившись к ученикам, сказал: «Все предано мне Отцом моим, и кто есть Сын, не знает никто, кроме Отца, и кто есть Отец, не знает никто». When the 72 disciples returned, they joyfully reported to him, Lord, even the demons obey us when we use your name. Yes, he told them, I saw Satan fall from heaven like lightning. Look, I have given you authority over all the power of the enemy, and you can walk among snakes and scorpions and crush them. Nothing will injure you. But don't rejoice because evil spirits obey you. Вы знаете, я специально остановился на этом месте, потому что я хочу сейчас сказать, что же произошло. My dear friends, I stopped right here, so I just want to hear stop to tell you what happened. Дорогие друзья, 70 учеников, которые получили поручение о Иисусе Христе, они пошли проповедовать. No, 70 disciples, they receive the word of Christ to go to preach the gospel. Но они еще не знали, как это будет происходить. И когда они возвратились, они с радостью стали констатировать те факты, что бесы им повинуются, что Господь дал им власть врачевать, исцелять, и что это стало наяву. They can cast demons and they can heal people. Господь Иисус Христос сказал: радуйтесь не тому, что бесы повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши записаны в книгу жизни. But Jesus telling the disciples, don't be happy you can cast demons, but rejoice because your names have been written in the book of life. Дорогие друзья, если вы хотите, чтобы бесы вам поминались, если вы хотите получить власть от Господа врачевать, проповедовать, надо быть готовым трудиться, выполнить главное поручение Господа нашего Иисуса Христа. Dear friends, if you want to cast demons or heal the sick, you have to first obey the word of the Lord Jesus Christ. Вы знаете, это очень важно, и очень важно к тому, чтобы проверить себя. Потому что мы прочли, чтобы мы молили Господина жатвы,
чтобы он выслал делателей на жатву свою. It's very important, so we pray, so he, the Lord of harvest, so we pray, so he will release those doers on his harvest field. Вы знаете, молиться об этом дал нам поручение Господь, но надо быть готовым, что Господь может послать нас. You know, prayer is good. We're gonna pray, but we have to be ready, so the Lord might send you someone. Вы знаете, мы прочитали в Матфея 13:39, что жатва есть для человека. We read in Matthew 14:39, the harvest is the end of the at the end times. Вы знаете, это надо понимать, что эта кончина века будет не тогда, когда будет весь мир пожат, а эта кончина века может быть из каждого из нас. This is not like at the end of times or the end of the century, but it can be the end of our lives. Дорогие друзья, каждый из нас может пожаться в любое время. Наша жизнь может закончиться. И на это есть очень много свидетельств. And our life can be harvested, and for this there is many examples. Вы знаете, хотя поручение Господа Иисуса Христа 70 ученикам было временного характера, но для нас оно идет концептуальное или основание, как нужно исполнять волю Божию. We can see there was the Lord sent his disciples for that time. Чтобы исполнить волю Божию. So we can be ready to do will of God. Вы знаете, он послал по двое учеников. Почему так? Да потому что еще от самого начала при двоих принималось обвинение при Моисеевом законе. И поэтому Иисус Христос послал по двое. We can see Jesus Christ sending two disciples because it says it's going to be between two or three witnesses. Потому что 2 Коринфянам 3:1 написано так: «В третий раз иду к вам, при устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово». Because it says when there's two or three witnesses, the word will be established. Итак, дорогие друзья, нам предоставляется возможность не просто, знаете, вот отпраздновать праздник жатвы, посмотреть, поздороваться, а для того, чтобы мы посмотрели внутрь себя, а какие плоды мы принесем Господу, когда будем пожаты. Dear friends, we're celebrating this holiday of thanks today, not so we could just smile at each other and enjoy this day, but for us to reflect on all that we have done, on what are we truly reaping, and what fruits are coming out of it. Некоторые думают, что служение Господу начинается тогда, когда я уже пошел проповедовать по улицам, городам и селениям. Many think that a ministry to the Lord starts when we go evangelizing and walking the streets and preaching. Вы знаете, Господь дал сначала поручение такое, что служитель Господа должен молиться о том, чтобы Господь выслал делателей на жатву свою. But the ministry starts in prayer. When you pray and ask the Father to send out workers and laborers, because the harvest is great, but the workers are few. Потому что нужда всегда больше, чем наличие тружеников. Because the need and the work is always greater than there are workers. Второе, ученики Христа были посланы во враждебное окружение, где они рисковали своей жизнью. Их могли убить. О, какая погода, видите? Было солнце, а уже так пасмурно стало, красота. Свежий воздух такой.
Я вышел там, Василий проповедует, и вышел на сюда, посмотрю, как там плов готовится. А тут видите, как деревья принялись хорошо. О, ты тут салатик делаешь, да? Сделали салатик. С капустой, а тут помидоры. О, тут уже чесночок, чеснок, морковка уже. Есть у меня, смотри, пустишка, сейчас тебе покажу. А то на газу, там газ, да? Вот. Да, газ, да, газ. Такие есть. Газу. Есть, смотри. Давай, вот есть вот это поменьше. Какой? Да, любой какой-то. Сложи, это поменьше. Хорошо? Да, на газу, да. На газу. Судя по стульям, гостей немного, да? Да, гостей не особо много. Ну, 30 с чем-то человек всех есть, 35, наверное, есть. Ну, может, потом поднесут еще и все. Да. Кушать приходят много. Ну, хорошо. Да. Перекладываешь. Барбарисик кидает плов. Да, да. Там есть еще другие специи. Да. Сейчас мы что сделаем. Так. Да. Ароматы. О, да. Барбарисик. Сеет. Тут семя, морковь, чеснок, есть головки. Да. Да, да. Букет весь. Да, да, да. Еще рис не бросал или уже там? Нет, еще нет. Сейчас только она мясо. На маленьком огне подойдет. Да. Это мясо дойдет, мягенькое будет, потом рис. Да, да, да. Угу. А, да? Ага. Да. Барбарис бросил. Вот, оказывается, как оно. Барбарис. Уже там. Так, вот оно. Так она, буль-буль-буль-буль-буль. А это аджика, да? Буль-буль-буль. Я раньше не бросал, потом положил, нормально пошло. Да, аджика, да? Эй, сейчас мы уже то. Потом, братья, ой, извини. Братья сигнали, да. Вот есть. Это у нас это тоже эти самые. Ой, какая вот, красота. Есть это вот специи для плова. Для плова. А делать-то никто не будет. Ну, да. С людей. Сколько я в церкви делал. Все так говорят, слушай, а делать нет. Может, я в Ифане 12 лет отработал. Я просто думаю, может, ты тоже готовишь? Да. Салатик. Все вот так подходят, ну хоть настроение подумать, нормально. А это приправа для плова какая у тебя? Можно что-то снять? В наших магазинах. Приправа для плова, 200 грамм. Да, да, да. Всегда удачный рецепт. Да, конечно.